Здравствуйте, в эфире программа «Законодатели», и я, Родион Архипов, в ближайшее время продолжу вас знакомить с работой депутатов Государственного совета Чувашской Республики. В правительстве и Госсовете Чувашии полным ходом идет работа над проектом республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Эта тема в формате открытого диалога обсуждалась на встрече главы Чувашии Олега Николаева с руководством и представителями фракции парламента республики. Согласно законопроекту, общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год оценивается в сумме 61 миллиард 500 с половиной миллионов рублей. В следующие три года крупные суммы бюджетных средств будут направлены на развитие сферы образования, сохранение здоровья и благополучия граждан, на создание комфортной и безопасной среды для проживания. Продолжатся мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса и пострадавших вследствие пандемии отраслей экономики республики. Упор будет сделан на содействие реализации национальных проектов и достижению национальных целей развития, повышения инвестиционной активности. Республика живет, и с каждым годом вот жизнь наших граждан, в улучшение жизни наших граждан вкладываются существенные бюджетные средства. Это и республиканские средства, и средства федерального бюджета. Меня лично очень порадовало, что идет рост, увеличение расходов на приобретение жилья для детей-сирот, о чем мы постоянно говорим на сессиях, и приобретение жилья для многодетных семей, где 5 и более детей. В ходе обсуждения законопроекта депутаты высказали ряд предположений по увеличению объемов бюджетных ассигнований на такие направления, как строительство и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, строительство и ремонт дорог, реконструкция теплосетей и коммунальной инфраструктуры, поддержку льготных категорий граждан. В ходе встречи также обсуждены вопросы изменения в налоговом регулировании, расширение мер поддержки предпринимателей, увеличение финансирования социально значимых областей. В ходе очередной 45-й сессии депутаты Госсовета Чувашии рассмотрели 13 вопросов, 8 из которых – законопроекты. Уточнение бюджета региона стало главным пунктом повестки дня. Республиканский бюджет на текущий год увеличивается по доходам в целом на 8 миллиардов 182 миллиона 300 тысяч рублей. При этом объемы собственных доходов уменьшились более чем на 1 миллиард рублей. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции сказывается на текущем исполнении бюджета, прежде всего, на доходной части. Наблюдаем в этом году выпадающие доходы. Самые большие выпадающие доходы собственные наблюдались во втором квартале. Это снижение было от плана порядка 14%. По полугодию снижение к уровню 2019 года было порядка 400 миллионов, от плана 800. Но по 9 месяцам мы вышли в положительную динамику. Бюджетная политика в текущем году нацелена на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями, а также на создание условий для максимально быстрого восстановления экономики республики. В основу легли укрепление системы здравоохранения, поддержка занятости и благосостояния граждан, поддержка субъектов предпринимательства. Также увеличены расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, социально-культурную сферу. 30 ноября исполняется 20 лет со дня принятия Конституции Чувашии. На момент создания она была самой юной среди региональных. Вопрос о необходимости Конституции назрел в 90-е годы, в период формирования нового постсоветского государства. С принятием новой Конституции Российской Федерации в 1993 году была создана необходимая правовая база для коренного обновления региональных конституций. Работа над проектом нового основного закона Чувашии началась в 1994 году. Проект Конституции был разработан Конституционной комиссией Чувашской Республики и в 1995 году внесен на рассмотрение Государственного совета Чувашии. Надо сказать, проект Конституции было в Чувашской Республике выработано 4 варианта проекта, альтернативных. Вариант – это Конституционной комиссии Чувашской Республики, вариант именно Государственного совета Чувашской Республики, альтернативный проект Чувашского национального конгресса и еще один вариант – это именно как бы проект
подготовленные с участием Федора Николаевича Ильича. И эти альтернативные проекты, в принципе, ну, всегда же при разработке такого основного закона принимают, именно берут за основы и декларацию о правах, свободах и человека гражданина, конвенция, международная конвенция. Конечно, учитывалась и Конституция, и Российской Федерации, и, соответственно, Конституция уже и Чувашской, АССР советского периода. К работе над конституционным законопроектом, которая продолжалась 7 лет, помимо депутатов Госсовета были привлечены ученые-правоведы, практикующие юристы, представители научного сообщества и творческой интеллигенции, общественность. Всенародное обсуждение проекта продолжалось в течение 2 месяцев. Парламентарии получили более 1500 предложений и замечаний к конституционному законопроекту от жителей республики. После всенародного обсуждения состоялись парламентские слушания. В ходе работы было рассмотрено 6 вариантов проектов Конституции. Для решения спорных вопросов была создана согласительная комиссия. Конституционный законопроект был принят в первом чтении 16 июня 2000 года. 30 ноября 2000 года Государственный совет Чувашской Республики второго созыва на внеочередной 23-й сессии принял новую Конституцию Чувашии, которая вступила в силу 10 декабря 2000 года. Новая Конституция Чувашской Республики, на основе которой определяется деятельность всех органов государственной власти Чувашии, является фундаментом развития политических и социальных отношений, гарантом обеспечения свобод и гражданских прав человека. Конституция Чувашской Республики стала важнейшим фактором стабилизации новых государственных и экономических структур. В Конституции закрепляется принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Обеспечивается правовая основа организации местного самоуправления. Заложены предпосылки развития гражданского общества. Основной закон Чувашской Республики вобрал в себя лучший опыт законодателей страны. По праву стал примером для правовых институтов субъектов Российской Федерации. В ходе работы над проектом Конституции депутаты Государственного Совета старались максимально обеспечить ее соответствие Конституции Российской Федерации. В этом отношении Конституция Чувашии идеально перекликается с Конституцией России и за годы своего существования подвергалась изменениям лишь вследствие изменений в федеральном законодательстве. Безусловно, принятие Конституции Чувашской Республики обогатило теорию и практику российского конституционного законодательства. Но конституционный процесс не стоит на месте. Госсовет Чувашии продолжает работу по приведению законодательства Чувашской Республики в соответствие с новыми положениями Конституции Российской Федерации. Это была программа «Законодатели», а я, Родион Архипов, прощаюсь с вами. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.